Всем привет, дорогие друзья, с вами Рок Игрок. Итак, мы играем в демо-версии Resident Evil 3. Вот такая вот у нас заставочка. Кстати, релиз будет уже, по-моему, завтра, 3 апреля уже она выйдет. Ну а пока демо-версия. Так, тут у нас сюжет, PlayStation Store и настройки. Что, настройки, давайте посмотрим. Управление, камера, экран, звук, язык. Язык английский, японский, испанский, немецкий, итальянский, французский, английский. Ну, по старой доброй традиции, как обычно, русского нету. Ну что ж, сюжет. Понятно. Музычка такая прям зловещая. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos. Так, Ади субтитры же включал вроде. You didn't even think to ask fine young lady your name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Joe. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. Настроечки. Блять, выключено. Вроде включал. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Почему их опять нету? Включенные. Так, и что нам надо сделать? Shit, Captain. They really took a chunk out of you. Nothing that I will miss. Ну, графа такая, в принципе, неплохая, прям на уровне. Обучение, как обычно. Стрельнуть бы, да сука, патронов всего 12. Пригодятся еще. Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online?
And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Че это? Зеленые дрова. Порох. Так, это понятно. Что-то нихуя себе я мажу. Все? Сука. Ах ты! Ты еще живой! Ну, теперь точно сдох. О, карта. Станция метро, нам прямо походу. Или нет? Нет, прямо нельзя. Значит, в обход идем. О! Там кто-то есть? Что за тень такая? Сука! Да сука! Да ёбаный мент! Да ёб твою медь! Да сука, какой ты живучий-то, ебать его в рот! Блять, я уже помираю нахуй. Чертофан ёбаный. Ну точно не станет уже. Блять, здоровье что-то. Хуй да нихуя осталось.
Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Gotta put this out. Что, нельзя, что ли? А это что тогда? Зелёная трава. Растущая в горах Аркалей. Восстанавливает небольшой объем здоровья. Использовать. Как ебать в рот, но нет у меня пистолета. А, вот как надо было, да? Что мне изучать? Вообще не понял. Да что сделать-то надо? X. Ну нажал я X, дальше ты что? Ну выбрал пистолет. Ну вот пистолет. Блять, патронов-то нихуя не осталось. Ой, блять. Чё так тяжело-то всё? Главное, когда просто стоишь и нажимаешь их, нихуя не происходит. Когда к этому бочоночку подходишь, надо что-то сделать, а чё, хуй пойми. Ха! Сука, ебучая, открывайся уже, ебаный, бро, давай. Ебать, горю нахуй. Так, а он здоровье, кстати, справа. Пишет хорошо. Нет, хорошо, что хорошо. Универсальный нож. Пистолет. Глок, да?
Больше нету нихуя. Какого хуя вообще тут что-то горит, одни кирпичи, блядь. Да сука! Самба. Ничего не понимаю. Вроде демо-версия, дорогие друзья, уже нихуя не понимаю, что происходит в этой игре и что нужно сделать. Может быть, я просто затуплю опять. Ну, блядь, ну горит костер. Ну, надо потушить. Ну, логически можно понять, что надо подойти к этому крану. Над этим красненьким краном горит у нас буковка X или крестик. Кому как удобнее. Нажимаешь, вылазит функция. Вот нож и ебаный пистолет. И что делать, непонятно нахуй. Так. Я думаю, может, мы что-то не взяли. Ой, блядь. Аж целых три. А патронов-то четыре. Тихо, вы там не шумите. Своих проблем хватает. Порох. Порох — это хорошо. Снаряжение. Так, объединить, наверное, да? А как я создавал? Может, два пороха надо, чтобы патрон создать? Раз, два, три, четыре зомбика, ёбана в рот. Так, дорогие друзья, играю на геймпаде, на PS4, так что вы увидите графику ту, которая будет на PS4. Поэтому и мажу. А, сука. Ебать тебя некому. Давай, по старинке. А, удар, скачок, все понял. Да, блядь, отскочил же! Сука, не вставай больше! Да какого хрена? Как она красиво все-таки это делает. Удар, 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 скачок назад. Оп! Красиво. Так, еще трое. Может, получится создать? Сука, не получится. Вот, один меня засек. Идет к папе. Идешь ты? Нет. Ну, смотри, мясцо свежее.
Давай, потихоньку, помаленьку, давай, 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 оп, оп, блядь, не достаю. Да сука! Да ебать, еще и укусил. Смысл сжать этот X, если все равно укус происходит. Ебать, все и темно, ничего не видно. Куда ты назад-то пошел, придурочный? Опа! Стоять. Да сука! Да сколько можно уже? Да ёбана в рот! Ну, хоть убийство посмотрели, как происходит погибание главного персонажа. Ладно, продолжим. Пульками сильно я там потратил сильно на этот красный экранчик. Надо было не стрелять по нему. Тихо. Господа. Сколько? 3 патрона. Может, что-то найти можно? Машина не открывается. Так. Тут нет ничего интересного. А оттуда я пришел. Ой, как дохуя вас, а? Не шевелись. О, четко в жбан. Сколько патронов надо им в башку? Блять, промазал. Оп, 2 патрона вроде хватило. Ну ты же встанешь, да? Так же не бывает. Конечно, встанешь. Да ебаный в рот! Тварь! Все, сдохло. Как с вами быть, я не понимаю, мужики. Ну, подходите, я тогда пробегу сквозь вас. Открывается, надеюсь. Открывается. Что это у нас? Патрончики. Она и свет сама включает, смотрите-ка. Так, возьмем пока нож. Ну, вроде нормально все. Что тут у нас интересненько есть? О, секретный шкаф. Зеленая травка. Так, снаряжение. Используем. Вот, хорошо, 15. 30 патронов у нас. Вот, наверное, с помощью него и надо было скрывать.
Эта дверь что, открывается? Давайте, дорогие друзья, посмотрим, может, что-нибудь есть здесь интересное. Не, ничего интересного нету. Так, там дверь есть, и тут дверь есть. А может, он и не для крана был. На башку. Блядь, две пули мало в башку, охренеть. Ой, ой. Три хватает вроде, да? Ох ты! Четырех пуль умирает. Баба, это не воскреснет нахуй. Сейчас я ножиком почикаю. Все, теперь точно не воскреснет. Так, что это у нас порох? А, ручная граната. Это... Для дробовика тоже неплохо, еще бы дробовик найти. Так, пойдемте дальше. Я видел еще одну дверь. Вот она. Так, а здесь больше нет ничего, да? Блядь, да тут много чего. А наверх? Здесь тупик. Патрончики. Это хорошо. Привет. Что делаешь? Да, по телу стрелять бесполезно. Да сдохни! Есть что интересное у нас здесь? Чтобы комбинацию знать. А вот дневники владельца аптеки. Так, здесь и нету. Новый сейф идеальный. Никто не знает код, даже мой дрожайшая женушка. Это секрет. Я разделю только с королевой Агукуру. Она никогда не скажет его ворам.
Нормально. Порох. Что за королева такая? Ты на королеву не похожа. Блять, наугад хуй откроешь? Вот еще дверка есть. Кто-то обедает. Так, ладно, в принципе, здесь больше ничего интересного и нету. Тупичок. Аптека. И вот еще у нас какая-то дверь. Давайте с нее начнем. Откроете? Откроете. Вроде нормально. Ой, привет. Гуляешь? Ну не вставай. Откуда ты пришел? Что тут есть? А, вот, наверное, что нам надо. Так. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Вдруг совсем беда начнется. Запру его пока в оружейной стойке. Думаю, мародеры не доберутся. А пока ищу патроны, где только смогу. Когда начнется, обрежу цепь. И вот он, голубчик. Молюсь, чтобы мы все выжили. И этот голубчик. Оружейная стойка. Вот. Вот он, голубчик.
Дробовик. Че, выкинуть? Так, снаряжение выбросить нахуй, да. Вот это уже серьезно, это уже можно что-то поделать. Чё за дверка? This must be the subway company's offices. Офис? Так, ничего интересного. Так, ну и все, в принципе, здесь больше ничего нету. Пойдемте обратно в аптеку, пойдемте заглянем. Ах ты, сука, ты что творишь-то? Пора проверить дробаш. Блять. С двух патронов. Ну, неплохо. А, и вроде как даже не воскресает. Неплохо, неплохо. Так, аптека, да? Так, ладно, его трогать не будем. Ох ты, сука! Нихуя у вас тут. Как дохуя-то, а? Так, ну вроде все. Нет, этот полудурочный стоит, что-то смотрит. А что у меня там снаряжение? Может, что-то использовать можно? Невозможно использовать в таком виде. Значит, ее надо комбинировать с чем-то. Патроны. Так. Возьмем пистолет. Дробовик. Пока нам пригодится. Оп. Сука, качественный порох. Ладно, красную траву выбросим. Да. Возьмем высококачественный порох. И давайте, наверное, посмотрим, что тут как граната работает. Вот он у нас товарищ. Пойдет. Ну что, пойдемте тушить пожар. Так, надо не забыть, меня тут ждут. Я же с гостями был. Охуеть!
Да какого? Да ебать в рот, да я вылезу. Вы погибли. Сразу монстр встретил, охуеть можно. Дробаш взять? Эх, жаль, гранату я выкинул. Бежать, не бежать. Бежать. Определенно бежать. Да сука. Интересно, девки пляшут, а что с ним делать? Так, ну пробуем еще раз, что? Давай попробуем, все равно у нас пока пробник. Немезис, обычное оружие не берет. Просто бегите. Понятно, с ним воевать нет смысла. Так. Не откроется же так, да? Не, не откроется. Я не хочу хранить. У меня винтовка появилась. Это уже серьезно. Так, давайте еще мы. С вами посмотрим сейф. По-моему, если я не ошибаюсь. Вот она же, королева-то, да? Да. Да-да-да, вот он сейф спрятанный. Получается 9 вправо. Ой, 9 влево, 3 вправо, 7 влево. 9 вправо. Ой, 9 влево, 3 вправо, 7 влево. 9, 3, 7. 9, 3, 7. Еще разок запомнить надо. 9, 3, 7. Все запомнил. 9, 3, 7. Пойдемте в сейф посмотрим. Я не ошибаюсь, он здесь находится, сейф. А тут же мужичок какой-то лежал. Давай я открою. Там же сейф был. Сука, жалко.
Может, как-то обойти можно? Да нет, никак не обойти. Ну, дорогие друзья, вы поняли, да? Где искать пароль от сейфа? А, тут мы не были. Патроны для пистолета. Получается, все изучили. Так, обычное оружие он не берет, этого Немезиса. Значит, надо убегать. Я хуй знает, что он с ними делает. Мы побежали. Давай, прыжками, прыжками. А это что за хуйня? Давай, 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 моя хорошая. Направо. Нихуя же не видать. А? Ёба на ворот, давай! Да сука! Не месяц, дай мне, там лестница была! О-о-о! Ну чуть-чуть же оставалось до лестницы. Какой он мощный, блядь. Даже на легком режиме с трех или с четырех даже ударов убивает просто наглухо. С пистолетом может быстрее бегать будет. Да хрен с ним, что он утворяет. Побежали. Давай, собралась. Да сука! А вот он, кстати, сейф. 937, да? 9. Право. Блять. 9 вправо, да? Раз. 9 вправо. 3 влево. 3 влево. И 7 вправо. Блять. Раз. 9 вправо, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, три влево. Раз, два, три и семь вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ох ты ж. Прицел пистолета. Ой, я еще и выжил. Ну хотя бы знаем, дорогие друзья, что в сейфе. Ну отстань от меня, пожалуйста. О, слезли.
Так, давайте тушить нахуй, пока пожар. Может вернется, сука. Где гидрант? Используйте. Да вы чё? Ах, нихуя себе. Ох, ебать, и ты тут. Благодарим за игру. Ну вот, дорогие друзья. Так, смертель 4, ужас. Куклы, какие-то куклы можно было. Время прохождения 1 час 02 минуты. Ну, пойдет на первый раз. Вот такая вот у нас демочка. Судите сами, будете играть или нет. Или может уже кто в нее поиграл. Ну, всем удачи, пока-пока. Да, и не забываем подписываться, комментировать, ставить лайки и дизлайки.